Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 7 октября 2018 года, и члены Молодежного совета профсоюза здравоохранения Республики Бурятия празднуют Всемирный день действий «Бойный труд». Празднуем посредством игры в лазертаг. Несколько команд вышли на боевой рубеж. Радует. Всего хорошего. Всем удачи, побед, достойного труда. Здравствуйте, меня зовут Санжи. Я работаю в Бурятском онкологическом диспансере. Физиком. А сколько у тебя отпуск, ты знаешь? Ну, я знаю, что у меня отпуск складывается из-за основной, плюс условий местности и вредности. Итого? Итого 57 дней. О, отлично. В диспансере права не нарушаются, у нас все по закону, и жалоб у нас никаких нет. А ты знаешь, какой сегодня день? Сегодня Всемирный день действий. Я желаю всем медицинским работникам достойных условий труда, хорошего отношения на работе, хорошего коллектива и здоровья. Все. Представьтесь, пожалуйста, ребят. Евгений Мансаронов, первая поликлиника. Анастасия Мента, первая поликлиника. Отлично. Свои должности или там что такое? Я секретарь главного врача. Угу. Специалист гражданской обороны. Отлично. А скажите, пожалуйста, какой сегодня день? Сегодня воскресенье, 7 октября. Праздник сегодня. Отмечается Всемирный день труда. Действий. Действий. И он всегда проходит под лозунгом «За достойный труд». Отлично, мы вас почти что вместе сказали. Так, скажите, пожалуйста, нарушаются ли у вас права в вашей организации? Я думаю, нет. А вы в отпуск ходите? Сколько у тебя отпуск? У меня отпуск. Как оплачивается больничный лист? Больничный лист оплачивается... По стажу, проценты? Там, по-моему, до 8 лет оплачивается 80%, по-моему. А после 8 лет общего стажа, по-моему, 100%. Молодец, отлично. В этот день? Терпение. А в этот день что? Вообще, что сегодня было, так побольше было бы таких мероприятий. Это объединяет, во-первых. Во-вторых, сила духа. И здоровье, да. Здоровый образ жизни. Чтобы труд был достойный. Погода классная, почти что. Очень. Ну ладно, спасибо. Спасибо.